Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Что купила в ленте? Пельмени с сумкой за 159 рублей 99 копеек, 450 граммов. Ну, сумка я как-то брала, с горбушей мне нравится больше. Но с горбушей не было, поэтому взяла, что было. Даже взяла вот такой рулет, я беру это на постные дни. Зубы венка с яблоком корицы стоит этот рулет 41 рубль 99 копеек. Все по скидке. Я все брала по скидке 200 грамм. Годен 5 суток. Вот такой рулет. Это такие рулеты есть с творогом. Они вкусные. С творогом, с лимоном. По-моему, все. Так, печеньки, раз уж они следом шли. 149 рублей 89 копеек. Обожаю. Вот эти вот орешки 600 грамм. Здесь в упаковочке просто прелесть прелестная. Сметаны. Не было моей сметаны, которую я все время беру, пискаревскую. Пришлось взять вот эту вот натуральную, типа с фермера. Не знаю, действительно так или нет. Написано Столыпинская фирма. Сметана натуральная, 250 грамм, 87 рублей, 99 копеек. Сейчас у меня муж в больнице, поэтому мне одной вот этой сметаны за глаза и за уши, поверьте мне. Дальше я купила вот такие вот коктейли, решила взять, попробовать чудо-молочный коктейль вкус грильяж. Ну, такой жиденький, ну, ничего особенного. Мне больше всего нравится вот этот вот крем-брюле с пекано-молочный коктейль. Густой, он действительно густой, это жидкий с грильяжем, и это мне больше всего нравится по вкусу. Действительно, очень вкусный коктейль. Дальше, что я приобрела? Приобрела вот такие-то. Все было по скидке, так же, как и чудо-чудо. Я, так, поскольку, сколько же было? 29 рублей 89 копеек. 40, по-моему, 41 или 42 рубля. Такая цена. Без скидки. Так, Сникерс взяла тоже по скидке. По-моему, сколько он? 39,89 рублей. Взяла две шоколадочки. Вот. Так как там было упаковочки, там берешь, там несколько штучек упаковочек. Но по весу получается это выгоднее и дешевле. Дальше взяла. Да, грешу таким делом. Купила. Ай, вкусный салатик, честно скажу. Решила попробовать. Княжеский салат называется. Здесь у нас, я, видите, оторвала. Треска, картофель, лук зеленый, соль, перец черный, ну это приправы, майонез и что-то там еще. Вот, отдала за... Так, а сколько здесь граммов? Вес-то? Вес нет, а 306 граммов. 201 рубль 96 копеек. Дорогой салатик, дорогой. Ну, что делать, что делать? Что делать? И ничего делать, не покупать, да, если дорого. Просто решила попробовать чуть-чуть, вкусненький, думаю. Вот, потом взяла вот такой крабовый. Я люблю крабовый салат, обожаю. Вот. Он мне обошелся 86 рублей 50 копеек, а вес его 346 граммов. Батон взяла. Не знаю, так это или нет. Там вилочка лежит, уже все попробовала. Значит, батон без Е-добавок, без красителей, ароматизаторов, не содержит трансжиров, без пальмового масла. Не знаю, так или ест. ГОСТ, но ГОСТ сейчас никто не соблюдает. Арнаутский стоит этот батон 38 рублей 99 копеек. Далее что купила? Так, куда-то тут. Ага. Так. Приобрела вот такой Принглс, чипсы. Ой, вреднюлька невозможная. Но, как моя дочь сказала, что еще состав именно Принглс хороший там, что не страшно. Ну, думала она, со вкусом сыра и лука. Была скидка. Скидка, в смысле, цена по скидке 119 рублей 89 копеек. А так что-то там 170 с лишним рублей. Ну, взяла две штуки себе и дочь. Дочь тоже любит. Ну, думаю, возьму. Так, биоактивный ополаскиватель, суспензия для полустира рта. Эффективное укрепление эмали и защиты от налета. 90% натуральных ингредиентов. Это кокос. Что интересное? Оно не такое жидкое, оно как в виде желе. Такое желейка, так как-то оно обволакивает там все, вот и зубы. И так интересное ощущение. Ну, а мужу очень понравилось вот это вот от сплат. Так, далее, что я приобрела. Так, да, 64 рубля 89 копеек от Хохланд.
традиции, качества, сливочный плавленый сырок. Вот бывает, иногда хочется, возьму, то вот это мне надолго хватит. Там, что там, возьму там чуть-чуть там погрызу. Вот. Яблочки взяла, белый налив. Давненько он мне не попадался, решила возьму. Захотелось яблок. 43 рубля 68 копеек. Все, все по скидке. Сколько здесь у нас граммов? 364 грамма. Я смотрю, сегодня прям себе не отказываю. Все по 300 с лишним граммов. Ну и вот это вот основная покупка, которая вот очень выгодно получилась. Это Биомио порошок. Биоколор экологичный для цветного белья. Без запаха. Действительно замечательный порошок. И стоил он 260 рублей 89 копеек. Это копейки, поверьте мне. Что-то я-то посмотрела, вроде как другая цена была. Но нет, чеки такая. Если бы я знала, я взяла бы две упаковочки. Это концентрат 1,5 килограмма. Вот. Сделано в Дании на 30 стирок. Действительно хватает очень надолго. Отличный порошок. Вот. Ну и все. Все. На этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарий. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех вам благ. Исполнение желаний. Все у вас было хорошо. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. До новых встреч. До свидания.